Всем привет! Мы провели, как мы считаем, успешно тренировочные мероприятия по основам полетной акробатики в соорганизаторстве с Федерацией акробатического рок-н-ролла, но от России, за что благодарны руководству, также благодарны всем лекторам, которые участвовали сегодня и вчера. И это прекрасное мероприятие, которое не только сплачивает, но еще дает возможность всем развиваться и пробовать более сложные элементы, которые раньше спортсмены и тренеры не пытались даже пробовать у себя в зале. Нам было бы интересно и в дальнейшем увеличивать масштаб таких мероприятий. И хочется немножко закинуть удочку вперед, что у нас еще ожидается в этом году одно мероприятие похожего формата. Ждем всех желающих. Будет весело, интересно, тяжело и продуктивно. Всем привет! Рад окончанию мероприятия, которое, считаю, было очень продуктивным. Вот. Было много как уже готовых, так и пар еще достаточно начального уровня. И для каждого из них нашлось применение тем навыкам, которые демонстрировали здесь лекторы и тренеры. Поэтому считаю мероприятие успешным и в дальнейшем хотелось бы развиваться. А дети большие молодцы, и пускай растут и делают с такими же профессионалами, как их, соответственно, тренеры и те, кто вел данное мероприятие. Всем привет! Я Алексей, это Дарина. Все было замечательно. Все большие молодцы. Очень здорово, что много ребят приехало из разных регионов, что есть хорошо, потому что все могут получать знания и совершенствоваться в техниках ФУСа. Вот, спасибо всем тренерам, кто принимал участие, всем лекторам, всем спортсменам, ну и вообще организатору, тот, кто сделал нам сегодня такой праздник и вчера, соответственно. Все, всем огромное спасибо. Хотим сказать огромное спасибо, конечно, за проведение такого колоссального мероприятия, потому что не только дети здесь учились чему-то, но и мы тоже, как спортсмены, как тренеры, тоже многому чему научились здесь друг у друга. Поэтому это, конечно, очень колоссальный опыт, и хорошо бы, чтобы этого было почаще и побольше. Ну, и в свою очередь хочется сказать, сейчас пока у нас ситуация со спортом сложная, международным, да, и хочется, конечно, побольше таких мероприятий. И так Россия впереди планеты всей, но я думаю, что после того, как международные мероприятия возобновятся, благодаря вот таким сборам по ФУСовой подготовке, мы можем выставить на международную арену там 50 пар М-класса, 100 пар М-класса, чтобы вообще им всем стало завидно, они захлебнулись от нашего уровня спорта. Ну и, конечно, очень хочется, чтобы наши регионы российские развивались еще как можно больше, чтобы Россия представляла когда-нибудь, когда это будет на международной арене, чтобы все пары, которые были во всех категориях, были только российскими.